В Доме культуры «Дубки» в рамках правового марафона для пенсионеров состоялся брифинг по теме профилактики мошеннических действий в отношении пожилых граждан. Сотрудники полиции рассказали слушателям о распространенных видах и схемах мошенничества, а также разъяснили, как не попасться на уловки аферистов. Спикеры предупредили жителей, что в период всероссийской переписи населения нужно быть особенно бдительными.